Друзья, сейчас в Москве проходит уникальное событие. Это Вьяса Пуджа Шрила Гурудева. Она идет 3 дня, и наш дорогой Шри Прем Прайоджан Прабу проводит просто какую-то очередную магию, фантастику, потому что та энергия, та харикатха, те киртаны, которые он здесь дает, это просто невероятное что-то. В дни явления Шри Гуру, истинный Гуру не принимает пуджу, то есть поклонение, подношение, прославление в свой адрес от учеников. Whatever respect is given, he takes and offers that to his guru and to his guru. Он не принимает ничего на свой счет, все подношения, поздравления, которые он слышит, вроде бы как обращенные в его адрес, все равно все это он в сердце отдает своему гуру и передает вверх по гуру парампаре. Гуру – это та личность, которая источает из себя сияние Кришна-премы, и с помощью этого сияния уничтожает все невежество, всю мглу невежества в виде самсари-касахти, привязанности к этому материальному миру. Это был прекрасный фестиваль, все настолько сладостно, прекрасные лекции, все очень хорошо. Сердце наполнилось любовью. Да, пусть тебя приходят. Они тут получат невкусный просад и удовольствие от всего, и киртан все получит. Приходите. В этот день мы прославляем и размышляем очень глубоко о трех вещах.
сатсампрадая. Том, что такое сатсампрадая? What is the сатсампрадая? Eternal сампрадая. Что такое истинная вечная сампрадая? Садгуру. Вторая идея, о которой мы размышляем, это садгуру. Transcendental, eternal spiritual master. Трансцендентный вечный духовный учитель. And сатсисса. И также о концепции сатшиши. What is the eternal transcendental disciple? The qualities of a satsisya, bona fide disciple. Также размышляем о качествах истинного вечного ученика, достойного ученика. Мы очень удачливы, то, что мы попали на такую историческую Вьясапуджу Шрилы Гурудева, чистого вайшнава, чистого преданного. Присоединяясь к общему такому хору голосов поздравительных, хочу пожелать нашему Гурудеву сиять, блистать, исполнять миссию его Гурудева и проявить то величие Бхакти-шакти, которое изменит мир. Очень счастлива, что Гурудев приехал к нам на фестиваль. Это просто какой-то поток любви. И я бы хотела сказать вот такую в стиле, процитировать. Если в жизни тяжело, я только у него ищу ответа. Я не скажу, что от него тепло. Скорее, он и есть источник света. Я поздравляю дорогого Гурудева сегодня днем явления. И всех, я, всех, всего счастья, и всего ему хорошего, и мои благодарности, поклоны. Коснувшись према бхакти, вы больше не будете думать о невозможном. Все невозможное возможно. Любите друг друга, будьте счастливы, друзья. Это то, что необходимо всем жителям Земли. Здесь это показывает Гурудев, показывают все преданные, как любовь творит чудеса. Это были лучшие дни в моей жизни, правда. Я поняла, что я столько лет стремилась быть счастливой. И я! И только попав сюда, я ощутила вот то самое счастье и вдохновение. И это лучший день. Это надо реально почувствовать. Уделите пару часов своего времени, ваша жизнь изменится. Вы будете рады и счастливы. Прекрасный фестиваль, за возможность глубокого общения, за ответы на вопросы, зачем этот мир устроен, какой смысл в моей жизни, как я могу быть полезен. Ответы, которые я слышу здесь, они находятся за гранью ума, до них догадаться невозможно. Их можно только услышать от святого человека. Я очень приглашаю всех принимать участие во всех мероприятиях читания Академии.
вы будете счастливы. Те, кто ищет ответы на духовные вопросы, те, кто хотят найти умиротворение, понять смысл жизни и быть полезными, вы не пожалеете. Спасибо. Гурудев, он необыкновенный, замечательный. Очень надеюсь влиться в эту семью. И прекрасный зал, прекрасная подготовка. Большое спасибо всем преданным. Придя сюда, в эту Намахату, я был с каменным сердцем. И он смог растопить мое сердце. Поэтому я принял его как дикшигуру. Все его фестивали проникнуты очень сердечным и личностным подходом к каждому вайшнаву. Желаю как бы каждому окунуться в общение с тем, как... Меня очень сильно взорвало, когда Гурудев начал воспевать Лилу, Кали и Гопала. Я сначала не понял, а потом я прям взорвался от такого вдохновения, что я вот почувствовал это вот настроение прям, как он его передал, то есть вот сам смысл этот я прям почувствовал. И я прям взорвался, и я понял, что все, вот я должен сейчас петь Харинаму, и это реально вдохновило меня прям вот в этот процесс войти сейчас, вот именно вот в этот момент, вот в этом моменте. Это удивительный фестиваль, когда слушаешь Катху Гурудева, такое чувство, что ты переносишься в какое-то другое измерение, ты чувствуешь тот вкус и ту сладость, которую не найти в этом мире, хотя очень хочешь, и каждый пытается это найти, но в этом мире никто не может. А когда Гурудев рассказывает Харикатху, то ты чувствуешь, что эта сладость и эта радость действительно существует где-то. И это пробуждает такое горячее желание и стремление наконец попасть туда и, возможно, когда-нибудь по милости служить там. Харе Кришна. By observing carefully spiritual master, true spiritual master, we begin to comprehend that sweet mercy of Sri Krishna is flowing through the spiritual master, and the higher vibrations of Goloka Vrindavana also coming through him. Then we may develop inclination and desire to actually take full shelter of such a personality who give us by experiencing this higher taste. Я хочу сказать, что я считаю себя очень удачливым, что по милости Шри Гуру и Гауранги мне посчастливилось встретить такого возвышенного вайшнава, как вы, Гурудев. And I consider myself extremely fortunate that by the mercy of Sri Shri Guru and Gauranga I encountered such an elevated vaishnava as you, Gurudev. Я могу сказать с уверенностью, что раньше я не слышал, чтобы кто-то так глубоко объяснял татвы, так понятно и доступно. I confidently can state that never before in my life I heard tattvas in such a clear and understandable way as I hear them from your lips. От
также неописуемо прекрасно рассказывал Лила Катху. And I've never heard such sweet and beautifully presented Лила Катха. Потом на тому, как океан не может пролиться над пустыней, ему нужно облако. Вода из океана перейдет в облако и перенесется через облако и прольется в пустыне. The way the ocean cannot directly flood a desert, but it can send its water there by means of like evaporation in the cloud, and the cloud will transfer this water to the desert and shower it in the form of rain. Так и милость Кришны, которая исходит из Кришны, и через Садгуру она попадает в обусловленные души. In a similar way, mercy of Sri Krishna comes to conditioned souls not directly, but through the medium of Sri Guru. Что, служа духовным учителем, можно обрести всю сладость, которую испытывает Кришна в отношениях And this verse also indicates that by serving spiritual master, one may experience the sweetness of love, of interactions of Krishna and his devotees and bride. И все Кришна не взаимодействует с Майей, он взаимодействует только со своей внутренней энергией. Krishna never interacts with the external energy Майя, he only interacts with his Swarupa Shakti, with his internal energy. А в сердце чистого преданного есть Бхакти. Которая является Сварупа Шакти. And manifestation of the Сварупа Шакти Бхакти lives in the heart of your devotee. Поэтому все мы должны помнить, что лотосные стопы моего духовного учителя являются единственным путем обретения чистого преданного служения с благоговением и почтением Господинской области. And therefore we must always remember that the lotus feet of Sri Guru is the only way of this receiving spiritual mercy and development. Очень вообще рад, что очутился здесь на на Вьясапуджи Гурудева. И сегодня, то, что не один день, а несколько дней, вообще здорово. Сумасшедшие киртаны нектарные. Все радостные, счастливые, прыгают, танцуют. Радхангри сейвинра сейсу киним сукавату.
О, Гурудев, you are very near and dear to the lotus feet of the daughter of Вришабану Махарадж. О, Гурудев, ты настолько приближен и дорог лотосным стопам дочери Вришабану Махараджа. And you can give Adhikar the eligibility for her service. И ты обладаешь силой дать Адикар квалификацию на служение Радике. So please bestow upon me such qualification that I may sink into the ocean of happiness of serving the lotus feet of Radha and Krishna in the Nikunjas of Vrindavan. Пожалуйста, удостой меня такой квалификации, чтобы я могла погрузиться в нектар служения стопам Радхи и Кришны во Вриндаване. Сила Гурудева ки джай, Сила Прабхупада ки джай, Си Гуру Парампара ки джай. Ведь именно когда духовное знание переходит в практику, когда оно становится частью нашей жизни, оно является полностью реализованным. И я всякий раз смотрю на то, что значит поток знания, и смотрю, как он реализован в данной личности. Меня это очень сильно вдохновляет. И в этом сложном мире позволяет иметь маяк. Потому что очень легко заблудиться, очень легко не туда уйти. Хочу сказать, все, кто ищет смысл жизни, все, кто ищет себя, все, кто ищет счастье, все, кто ищет что-то такое вот супер-пупер, того, чего нет в этой материальной жизни, приходите на такие фестивали, которые вот проходят с такими вот мастерами бхакти-йоги, как наш уважаемый, почитаемый Гурудев. Hare Krishna, I'm Vrindavan Vilasini from Switzerland and I came to this beautiful festival to celebrate the Vyasa Puja, the divine appearance day of our dear Srila Gurudev, Sri Prempai Lochan Prabhu, and I feel very, very fortunate and grateful to have had the opportunity to be here. Because, you know, all living entities, they are searching for happiness, but nothing in this material world can give real happiness to a person because we are by nature spiritual, and only that what is also spiritual, that what is coming from this realm, can make a person truly happy. When you have the opportunity to come in such a wonderful atmosphere where devotees come together, where they sing the names of God, and where they can listen about the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead, then we become truly nourished and satisfied in our heart. So it is a wonderful opportunity, and I feel always so happy to come to Russia because Russian devotees are by nature very simple and very pure-hearted, and this is very inspiring for me to see how they are serving and united all together, serving the lotus feet of our Srila Gurudev. So I feel very grateful to have had their association, and of course to be sitting at the lotus feet of Srila Gurudev and try to understand and learn from his Harikatha. Hare Krishna.